Так, в общем, что мы будем делать? Первым делом нам нужно открутить вот эти болтики, чтобы снять эту трубу и слить остаток удобрения, вот этой жизнедеятельности, корневой системы. Вот покажешь вот тут? Наверное, может. Не видно. Видно, ну да, может, тут будет получше видно. О, да, да. Вот эти вот останочки жизнедеятельности будем сейчас сливать, промывать. Как это я промывал средство Пикосит? Кстати, да, хороший, можете посмотреть видеообзорчик на старом YouTube каналчике. Это, кстати, друзья, новый канал, подписываемся на него, ставим лайчик, пальчик. И продолжаем серию гидропонных систем, как мы выращивали помидорки, ну, как бы, помидорки, клубнички, на удобрениях каких-то. То есть это все можем посмотреть. А вот сейчас, конечно, закончится сезон, цикл, да, что будем делать? Что такого загровить бы интересненького? То такое, то это, а то так. Ну, надо подумать. Кстати, если знаете, что за гровить, напишите в комментарии. Будет интересно узнать ваше мнение. В принципе, где гровить? Гровить будем, возможно, две растишечки в шкафу советском. Прикиньте. Советский шкаф, да. И вот на гидропонных системках аквапод клик 2. И что, в общем, такой видосичек. Хуй, а не хуйня, конечно.